Только за сегодняшний день была заасфальтирована территория домов номер 19 и 21 по улице Орловской. Подготовка к укладке асфальта полным ходом идет у дома номер 17 на Энгельса. Большую помощь жителям оказали депутаты и помощники главы округа, которые собрали сотни подписей жильцов многоэтажных домов под обращением на имя Евгения Рычкова. Работы ведутся по плану развития округа, ранее озвученному градоначальником. Благоустройство муромских дворов будет продолжено до конца дорожно-строительного сезона.